Да, ха. Так, чё, на финального босса идем открывать заодно второстепенного персонажа, правильно? Правильно, чат? Правильно, я говорю. Не, пошел ты нахуй, хайджеки, да. На финального босса, давайте. Альтеуды кайфовый, ну вот и блять, лабиринт. Пока ставка не сыграла, я могу реролить, кстати. Пока, вернее, ставка еще не закончилась. По реролю пока ставочки нет. Ну пойдем. Сразу перевоплотился в себя. Так. Пусто. Контейнеры у нас не падают. Шо печально. И проебали. Чат, ваше мнение, хард сильно отличается по всем по... Нет, нихуя. Хард оказался, ну, точно такой же, как и раньше. Никакой. Никакой. Бля, хороший предмет. Не дурненько. Ай, как разыграл. Чего сты... Блядь, не! Блядь, что это было сейчас? Блять, а чё это было, я понять не могу. Блять, кто-нибудь объяснит, а что, блять, это было вообще сейчас? Вот это Рафлан ебало. Вот это Рафлан ебало, блять. Нахуй пизду, ваш чат я не читаю, пока играю. Чат, вы без меня. Просто буду поглядывать между уровнями только. Буквально пару строк. Все остальное через донаты. Стоит, блядь, повернуться, нахуй, и почитать, блядь, все. Получаю урон. Меня не жалко? Экс-любитель нюхать пердёж. Дедушка, посчитай мой прошлый донат, пожалуйста, целую в попку. Привет, стримеры и чади, хочу поделиться с вами печальной новостью. После того, как я переболел короной, запах моего пердежа перестал быть вкусным и стал просто отвратительным, помянем. Блять, потери, кстати. Можно смеяться много, но здесь нужно плакать. Так-то это не шутки, да. Что же теперь нюхать-то? Чужой пердёж. Но я думаю, что он будет тоже отвратительный. А я из-за насморка потерял, ну, вообще нюх, короче.
Бля, знаете, что самое реально рафлоржобное в этой ситуации? Люди теряют, блядь, запахи от короны, а я, блядь, потерял ее от простуды, нахуй. Из-за того, что у меня сейчас нос разъебный, я вообще ничего не чувствую. Бля, вот это просто шутка-шутейка. Оценили, чат? Шутка-шутейка. Смейся, я тебе сказал, быстро! Трусы твои нашел. Буду их нюхать. Говном воняют, смотри, даже мухи появились. Так, ну я думаю, что это нам не надо, а вот тут я рискну. Блять, рискнул и соснул. Надо не забыть будет этот контейнер забрать. Короче, чтобы не чувствовать запахи, бросал несколько раз, пиздец, как бесит запахи вокруг. Чего, блядь? Курю, чтобы не чувствовать запахи. Бросал несколько раз, и пиздец, как бесит запахи вокруг. Ты шутишь, нахуй? Это шутка такая? Неудачная, блядь. Так, погодите, чат. Сейчас бы курить, чтобы запахи вокруг не чувствовать. Курящие люди, кстати, полный отстой. Я сигаретный дым вообще не переношу. Это просто пиздец, реально. В детстве, причем, я лучше его переносил. А сейчас, блядь, просто нахуй не могу, блядь. Вот серьезно, просто пиздец. Какое же это говно. Меня аж дыхание перебивает. Че, в магазинчик, да? Зайдем. Арсений, ебая, привет. А если бы Полина курила? А если бы Полина курила, то я бы с ней тогда не встречался. Неплохо. Неплохо. Хороший мув. Повезло. Кстати, кто хочет от меня рекомендацию хорошей игры? Ставь плюс в чат. Но вы о ней, скорее всего, знаете. Но я уверен, многие не знают. Я, короче, чекнул Legend... Блять. Legend of Keepers. Заебись. Охуенно играется, блять. Очень прикольно, очень заебато. Всем советую. Рогалик наоборот. Реально советую, без шуток. Прям... Если есть демка, поиграйте в демку, вам понравится. Кто любит рогалики, прям охуенно. Gunfire Reborn охуенный, но я жду релиза, понимаешь? Не хочу играть Gunfire Reborn до релиза. Хотел бы сказать, что я бы его начал на стриме играть, когда он релизнится, но мы теперь больше в игры не играем. Мур-мур-мур-мур. Так что да. Здравствуй, сержант. Да, спасибо, привет. За то, что ты есть меньше, чем 3. Нихуя, какие благодарности. Блять, за шо? А, за то, что я есть, точняк. Уля-ля!
Мама мия. Бля, ну здесь, конечно, если бы у меня было кого в жертву приносить, кроме Арсения, я бы ебанул, но нет. Айзек не игра, Айзек это жизнь, блядь, чувак. Какая игра? Ты дурачок, ты не можешь жизнь от игры отличить. Мне тебе дурку надо, походу, вызвать. Я один соскучился по адской кухне Рамзи. Нет, не ты один, и она будет, ребята, она будет. Мы досмотрим сейчас кошмары на кухне, и она будет. Там кошмары на кухне, по-моему, последние две серии. Слушайте, а вас тоже заебали долбоебы, которые пишут: «А я один?» И какая-нибудь хуйня. Да, блядь, один! Нет, блядь, вас пятеро, мы посчитали, блядь, а! Суканы ёбаные, блядь, как заебали. А я один считаю, что стример очень токсичный что-то и срёт людей за всякую хуйню постоянно. И каждый раз придумывает все новую и новую хуйню, чтобы засрать кого-то. Не один, блядь. Friends till the end. Ну охуеть, блять, папаша. Но ты мне и надропал говна. Кстати, сегодня ровно 5 лет, как я смотрю одного классного стримера. Тебя свеженько меньше, чем 3. А, меня? Нихуя себе, спасибо большое, блядь. Это, Никитос, большой срок. Жалко, измерен он не в платных подписках, мудила ты жадная. Ну ладно, все равно спасибо. Не знаю, чат, не знаю. Блять. Окей. Пойдем. Хуйня так-то. Пойдем обратно. Недоволен я, недоволен, честно говоря. Солнце, солнце, звезды, па-па-па. Пойдем через силу, ёбнем босса. А солнце заберем. Чтоб, так сказать, добро не пропадало. Сабдвач! Мур-мур-мур-мур!
Это да. 5 евро в месяц. На тебя это уже перебор. Ебать, ты охуел. Спасибо, Никита, за 100 рублей. Разочаровал ты меня. Я думал, ты нормальный пацан. Четкий, ровный пацан. А ты оказался какой-то бугристый. Какой-то неприятный паренек, блядь. Пьюберти, блядь. Хуйня ебаная. Так, ну что, по крайней мере, нас помиловали. Ну что, тогда, наверное, не пойдем за солнцем. Оставим яйца. Да, чат? Так, а тут, наверное, секреточка, да, слева? И что тут делает секретка, объясните мне. О, ничего, блядь. Она делала здесь. Эксперименталка говно. Speed up. Adult. Я стал старым, бля, фу нахуй. Бля, фу, бля, как плешивый уебан выгляжу. Посмотрите, у меня сзади какой-то лобок отрос. Солнце секретки. Ну, кстати, да, через солнце можно сейчас секретку вскрыть. Мы ее, типа, оставим здесь. Готов обменять ради денег. Хотя, не, заберем солнце. Спасибо за кэф. Ебло, сэр, пипила, сэр, секс. А красные или те, кто против меня ставит, или кто за меня ставит, чат? Скажите. Спасибо, Аскона, большое. Против? А какой процент против меня? Там еще донатик был? Здравствуй, ламповый стример. Смотрите, еще с карамбой. Хочу сказать, что ты молодцом. Радуюсь, что ты все это время делаешь отличный контент. Спасибо большое за зомбивен, блять. Извини, что проебал твой донат. Прости, прости. Прости, спасибо большое. Бугристый. За это время у меня сменилось 4 парня, а ты все равно как всегда со мной. Бля, ты еще и шлюха получается. Пиздец, Никита, блять. Мало того, что нахуй бугристый, так еще и шлюха. Фу, блядь, какой же ты отвратный. А я знал, что Никита, а не так себе. В принципе, не удивлен. Что-то я не удивлен, да. Эти ебаные Никиты. Я придумала нам хуйню какую-то тут. Темноту, блядь. Пулька, забираем. Ну, взрываем, конечно. Блять, опять эксперименталка в говно. Никогда не тестируйте на все препараты. Могу сказать по себе, чат. Полное дерьмо. Что у нас за у нас такие КФ на ран? А я, блять, не знаю. Я, блядь, не знаю, походу эти шавки, блядь, нахуй забыли, кто я такой, блядь. Ну ничего, нахуй, мы их научим, блядь.
Ничего, блядь. Сейчас отсосут несколько раз подряд, и все. И поймут, блядь, что ставить надо на правильные решения. Ну так даже интереснее. Хорошо, что, блядь. Хорошо, что ставит против. Они, наверное, видят мое нестабильное состояние и думают, ой, блядь, опять там что-нибудь запиздится, захуится, блядь, проебет опять. Ну это они так думают, наверное. Но, блядь, они не знают, нахуй, что я уже просчитался. Что, нахуй, и на их технику мне есть чем ответить. Короче, я дропаю книгу и иду с этим. Так, ну чё, вроде бы охуенчик. Так. Забираем. X2 ключи. Охуенно встал. Я думал, он не умрет там. Так, а эти хп мы можем достать? Ага, отлично. А потом пойдем, ребята, за Джудаса в этот, в Супер Грида. И мы полностью закроем этого персонажа. Мы прямо сейчас, наверное, будем с вами закрывать персонажей, прям вот до упора. Надо будет потом Айзека на харде закрыть. Привет, Флайнг Собака. Хорош. Так, пойдем игровую взорвем, наверное. Friends till the end. Окупились. Ваше предположение, чат.
Ёбнем Final Boss'ика. А, блять, кстати, Final Boss'ика-то, объебосика. Нужно, нужно скинуть-то сюда тринкеточки на самом деле. Ща, пойду еще заодно избегаю на всякий пожарный. Тринкеточки-то нужно сбросить, чтобы открыть альтернативного. Заберем мега-пердеж. Бля, чат, вы заебали считать? Вы заебали считать, чат. Я запрещаю считать на моем стиме. Математика под запретом. Понятненько. Бля, ну вот говно упало, а. Давай здесь проверим. Нет бы нам частичку котика. Правильно, чатик? Частичку котика. Кто не любит котиков, блядь? Кстати говоря, реально, если встретить человека, который не любит котиков, мне кажется, с этими людьми нельзя общаться. Ну, потому что это пиздец, блядь. Это многое говорит о человеке. Например, что он ебанат. Резонно, да? Как бы, а с ебанатом нахуя общаться? Непонятно. Ни зачем мне надо общаться. Одно дело, ты, допустим, не хочешь заводить себе котов, потому что тебе больше нравится что-то другое. Но вот прям вот не любить, чтобы прям, знаете, прям вот не любит, например, человек. Это реально нахуй дурочка, блядь. Это реально дурочка и, ну... В общем-то, да. С такими людьми общаться, конечно, нельзя, нельзя, да. Так, это надо будет выкинуть. Не хватает урончика. Вот что я хочу сказать вам, друзья. Вот! Вот оно, вот оно. А вы думали, зачем я взял предмет на два пейнрума? Вот оно, еще один. Еще один. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Неплохо, оставим пока. Давай сюда. Сережа писал, и Сережа какал, и Сережа без полинки и плакал. Сережка. Сережка писал, и Сережка какал, и Сережка без полинки и плакал. Сережка писал, Сережка какал, Сережка без чатика плакал. Да, вот такая песенка. Вызывайте дурку, блядь, ебаную. Код красный, блядь. У стримера шиза. The world, блядь. Давай. Хех, блядь. Так, ну и чё, ну и нахуя, ну и зачем, что самое главное. Так, ну а чё нам надо? Нам надо взять вот это на самом деле, тогда уж. Зарядка от урона. Давай вот эту хуйню возьмем. Вот это еще. Ну, вообще-то уже поздновато, братан, было. Ну ладно. Короче, вот так вот будем бегать, блядь. С канделябром, кандибобером.
просто чтобы работало. Понятно? Ну, неплохо, да, неплохо. Хуйня! Сережка писал, Сережка какал, ну а чатик убирал. Сережка какнул, Сережка писнул. А чатик мнёт свою пиписку. Бля, жалко торговать негде. Все в контейнерах, но мы под солнце, если что. А, блять, мы же не заберем никакое солнце. Какое нахуй солнце? Долбоёб, стример. Какой ебаный рот, блять, солнце, еблан. Ты ничего не заберешь. А, нет, не-не, ну я, нет, я заберу, вернее, я заберу. Не, я заберу, все правильно. Стример, ты не долбоёб, на самом деле. Так, поэтому я просто здесь дропаю его сразу же, вот так вот, блять. Так, нужна сокровищница, магазин и босс, все. А, не-не, две комнаты еще, пейнрумы два надо найти. Обязательно. Так, первый мы нашли. Блять. Хуйня. Первый оказался говном. Пустым. Бля, соберем котика, блять, или не соберем котика, я не понимаю. Так, здесь хуйня. Здесь нет прохода в секретку, понял. Judgment. Так, попрошайка активирован. Ну, здесь все как бы пураша. Ну ладно, возьмем фриз бейби. Лучше, чем бомбы обычные. Там камень был, это где? Так, ага, вот у нас магазин. Mother. Давай. Импресси, блять, импресси. Так, ну что, здесь получается все? Вот так только сделаем, да, еще. Так, что, были в сокровищнице, были... А, вот камень. Были в сокровищнице, были в этом. Остался еще один pain room найти, и можно ебашить к боссу. Так, давай.
Мы ведь были только в одном пейн-руме, да? Еще, блядь, контейнер. А, блядь, надо еще карту забрать, через которую мы выходить будем, алло. Не забыть, кстати. Так. Угу. Супер. Давай, кота. Ебать. Супер. А главное, работать нихуя не будет. Но так-то заебись, что упало. Спасибо. Justice. Что упало, приятно, да. Так, получается, все, можно к боссу идти. А, не-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 не, подожди, какой босс, блядь, алё? Карту, да. Так, здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. 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 А где? А что за подставы, чат, не понимаю. Реально, где? А, вот! Тут еще и игровая. Бля, забыл там тенкетку сбросить, кстати. Ну ладно, я ее сбросил в другом месте. Бля, пустая хуйня. Ера. Но нам Ера не нужна. Давай. Блять, я так и знал, отвечаю, ладно. Все контейнеры отдал, блять, ору. Ну все, F? Да нихуя. Бля. Убирайся отсюда, мутант гребаный! Спасибо большое, Инсевен. Сейчас все решим, чат, не ссать, блядь. А сколько у нас там хп? Там хп вообще нет, да?
Ремень. Упс. Бля, зато корона работает. Вот, вот. Болсы, отлично. Блять, а хп-то что не падает, прием? У меня же даже конвертеры есть, блять, специально. Вот, давай. Спасибо. Кредиточка. Тоже замечательно. Ну, солнце нам уже не нужно. Можно, кстати говоря, просто слить ее будет сейчас. Ой, блядь. The sun. Подбирай, подбирай. Охуенно дал, спасибо. Так, ну я здесь готов 10% тратить. Нет. Главное самого себя об шипы не пиздануть. Спасибо. Вот бы нам хард-рум еще. Смотри. Вот здесь хард-рум. А я имел в виду слева хард-рум. Не-не-не, я имел в виду... Я хотел сказать, вот здесь хард-рум. Бля, нет, в смысле, я хотел сказать, вот тут, вот там слева хардрум. Блять, опять себя ударил, твою мать. Ой, не-не-не-не, блять, вот здесь, вернее, здесь. Вот, хардрум. Блять, ладно. Бля... Но мне пизда, я проебал. Держу курс. Короче, мне нужно... Мне нужно... Все, блять... Короче, все зачистить здесь, чтобы нафармить хп. Мне не нужно проходить сюда. Мне нужно искать хп. О, бля, фух, не, чуть-чуть не попал туда. Тем более у нас с вами хвост. Так что за счет него авось и выгорит. Главное еще ключ не проебать.
живем. Блям. Ну хотя бы чуть-чуть хп взяли. Блять, надо было пострелять, ну ладно. Так, а я вроде бы оставил в кейвах где-то, да? А, вот он, отлично. Все. Все, его мы получили. Херня. Приветствую, привет, Олд. Так, первые кейвы. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Какая же ебанашка она. ПГМнутая, блять. Да, ребят. Бля, у кого-то ведь родители такие, реально. Хуеть можно. Наверное, как тяжело жить. Когда ты адекватный, нахуй. Давай. Нормально. Эх, дано нам ключ красный не дропался. Я бы сейчас поиграл, конечно, через ключ бы. Понятно. Через ошибочку, блядь, я бы сыграл.
Ребята, а у вас родители очень верующие или нет? Не очень? Ебать, что-то... У вас что-то у большинства родителей вообще неверующие. Богохульники, блять! А я думаю, с мрадом демонским нахуй пасет на моих стримах, твари, блять! И не прочищаетесь, наверное, еще, суки! Вот ваша душонка-то, блять, нахуй бедненькая, там воняет говном демонским. Твари! Ничего, блядь, всем вам кадилом, блядь, как батюшка уебет в церкви. Чтобы не повадно было, блядь, святой водой. Из-под крана, которая, блядь. Будьте, блядь, знать. Ты чё, дурачок? У тебя ник Хэл Ебонеле. Так это демонов, блять, чтоб собирать нахуй, а потом разъебывать. Вас же привлекает все это, демоническое. Твари, блять, а, безбожные. Это чтоб вы меня за своего приняли, дураки ебаные, блять. А потом я вас хуяк, блять, и все нахуй, нету демонов. Это такой, блять, расчет был. Понимаете? Еще контейнер упал. Поздновато для Evil Up, блин. Давай. Бля, конечно, просто... Просто охуенный... Музон тут. Ебать, Джудас какой нахуй... Стрёмный. Ой, блядь. Ой. Ебать, Рафлан, ебало, блядь. Тысяча. Чатик дошел до тысячи. Бля, самое забавное, я их здесь не взорву. Ну да. Come on.
Ой, бля, нихуя себе, он как далеко нырнул. Бля, походу мне пизда, кстати. Ебать, блять, он взорвался? Бля, мне ГГ. Или нет? Или да. Ой, блядь! А, ебать, она работает здесь. Понятно. Бля, я хотел просто их раздавить. Блять, я просто хотел автоматы поюзать и их, блять, на боссе. Мне было вообще похуй, блять, на происходящее. Да, чё, да. Так, идем на супергриды, ребята. Бля, ладно, это было весело, согласитесь, чат. Бля, согласитесь, это было забавно. Изи. Вау. Бесполезные для нас эти быстрые взрывы. Наверное, даже, блядь, даже не знаю, наверное, нам повредит. Наверное, даже. Блядь, ну здесь говно упало, лол. Наверное, дропнем на самом деле, потому что это может нас сильно подставить. Вот, да. Угу. Так, ну а в остальном поеборили. Ебать, изи. Блядь, изи 2. Блядь, на харде нормально. Но это уже более неприятно. Опять изи. Ой, вот эти вот говно. Блять, от них бы избавиться побыстрее. Еще 2, да? Пиздим босса. Че, играем? Ну, понятное дело, за него играем через Angel Room, потому что...
Что, блядь, торговать нечем? Приятная тринкетка упала. Так, все, нам это не нужно. Хотя здесь можно было бы взять контейнер, наверное, чтобы не отъехать, блядь. Возьмем контейнер, да. Ну и нахуя нам это нужно? Нахуя? Нам это с вами не нужно совсем. Что за отстой, что за говно нам дропается тут? Стримеры, мы дочитали до 1000, требуем доп аниме день. Блять. Бля, опять говно. Бля, честно говоря, мне даже вам ответить на это и нечего. Логика, конечно, да. Да, О, приятно, пусибо. Поебурили. Чё, блядь, Sacred Heart пикую и всё. Sacred Heart сейчас будет. Как же Иуда заебись через книгу играется в гриде, просто кайф. Минус. Sacred Heart! Я же говорил! Вот он! Ой, блядь, а тут что-то вкусное, ебать. Ну ладно, ну-ка. Ченч, кстати, руна. Го. Это точно хард режим? Что с боссами? А что с боссами? Ну ладно, это мы возьмем, да. Блять, окупит, не окупит, чат, как думаете? Ну за семерочку, блин, грех не взять, кажется. Пойдем проверим. Какаха.
Ох, заебись, блядь, спавнилось, конечно. До свидания. Бля, я терпеть не могу вот этого долбоеба. Да, чат? Мудацкий он прям. Давай, Sacred Heart. Сейчас будет Angel Room и Sacred Heart в нем. Чуть не забыл. Ща, пока не будем брать. Подождите. Ой, ну, конечно, да. Не окупаемо так-то. Ай, как же у меня ушко чесалось. Сохраним, потому что орбиталка нам это не нужна. А, вот что нам нужно. Супер, на самом деле. Отлично. Живем, живем. Чат, считаем до нуля и получаем второй аниме день. Нет, чат, нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Бесполезнич нам упал. Вот это, конечно, охуенчик нам упал. Так, давай. Ем глазурь с кулича. А чего добился ты? Бля, и вообще-то вкусно, наверное. Но смотри, какая глазурь, конечно. Не знаю, я бы не сказал, что ты меня прям как-то... Ну, так сказать, возбудил этим, блядь. Так что... Выпендрёж засчитан лишь наполовину. Так, это мы и оставляем пока. Выпендрёж засчитан лишь наполовину. Держу в курсе. Бля, вот кто бы мог подумать, что мне ключ здесь нужен будет сейчас. Забираем. Так, теперь нужно не сдохнуть, поэтому минимум 1 хп. Хотя у нас есть солнце с другой стороны. Подарочек! Вообще-то заебись получилось. Нет, блядь!
Бля, нам нужно генератор от урона найти. Вот что надо. Хотя теперь со... Но теперь с этим, как вот с хаосом, мы хуй найдем его, на самом деле. А карту солнца надо сохранить на босса. Теперь их двое. Ну, вообще, не то вот. Ну, Vision, естественно, бесполезный для нас. Так. С Чинжем мы не уйдем. А вот у меня парочка бутербродиков. Хуйня. С копченой колбаской, огурчиком. О, да-да-да. Это чаечек. Нормально, это одобрительно, да. Это одобрительно. Спасибо, Ульвериша, за 50 битцов. Блять, это сильно, это, сука, сильно. Это, я считаю, просто и красиво, блять, да. Это, конечно, да. Блять, это хорош, да. Блять, нормально, это не надо нам. Вообще взорвал нахуй, как долбоёб. Взорвал, конечно, как долбоёб, да. Оля-ля! 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 Пу-пу-пу-пу-пу! И чё делаем? Ну ладно, года Sacred Heart. У нас есть Angel, но у нас есть года Sacred Heart. Окей. Ну, кстати, неплохо вышло. Ну, а неплохо. Ну, как бы... Я бы реролльнул. Блять, даже вот это лучше. Так, нам нужна Ера, поэтому мы пока не подбираем. А, блять, руногенератор проебан. Руногенератор, это пизда. Но здесь есть пламя. Кстати. Если что, тут есть пламя, как бы это плюс. Бля, хуйня какая. Ой, блядь, ёбаная пизда.
Нормально, нормально. Нормально рерольнуло в говно. Ладно, сейчас проковыряем, не ссай. Sacred Heart. Блять, нет, опять. Опять нет, да что ж такое? Забираем сверху еще. Ну пойдемте, будем реролиться теперь. Что делать? Самое хуевое, нам нужно как-то найти реролы за это время. Нормальный рерол натыкать. Это последнее. А здесь... Бля, здесь нет ни чарджера, ничего. Ой, блин, говно ебаное, кстати. Блять, Даймонсам не повезло. The Hierophant. Реген. Judgment. А, вот так даже, да? Так, ну, так-то, конечно, дам. The Hanged Man. Подвинем. Ебать, еще и реген тут. Еще и реген тут, блядь. Чё, как бы сыграть-то? Ну, понятное дело, карту с сердечком мы возьмем с собой. Ну, пойдем, чё. Но нужно рерольнуться. Бля, как бы только не рерольнуться сейчас в дерьмо лютое просто. Твою мать. Но это нормальный рерол, все в порядке. Ребят, доп аниме дня не будет. Не будет, не будет. В ближайшее время, по крайней мере. Бля. Так, ну мы заряжаемся, кстати. Фух, блядь, мы заряжаемся, так. Так, погоди, что это у нас? А, все! Все, 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 все.
Все. Все. Все. Все. Все, 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 все. Все, все. Так, солнце или... Ну, солнце, наверное, просто зарегает нас максимально. Поэтому все. Soul Heart проебывать не будем. Так, у нас здесь супер грит, а значит, у него две. А значит, у него две эти. Блять, ебать, плохо. Блять, да что? Что за хуйня, блять? Бля, я не думал, что эти долбоёбы станут для меня проблемой. С ножиком. Да, блядь, серьезно, нахуй. Блядь, это посос, конечно, полный, блядь, бред. Да не-не-не, не ГГ, нафакапил я нереально. Блять, ну... Я не думал, что ножик мне здесь подруинит, блядь. На удивление.
А вот и кипера мы открыли, ребята. Это последний персонаж, который, которого нам нужно было открыть. Из обычных, я имею в виду. Вот он, да. Так, ну чё, я всех поздравляю. Джудас полностью закрыт. Окончательно. Подождите, а прогноза не было, что ли? Блять, бред. Поздравляю, чат. И теперь мы идем на харде закрывать Айзека. Сейчас мы пойдем к сатане. И по возможности босс раш и хаш. Поехали. Нелегитимно. А что там легитимничать-то? Сразу мимо. Мимо, мимо, мимо. Так, ну здесь похлебочка. Ее, кстати говоря, можно было бы взять, чтобы пробежать по-быстренькому. Так, ну сюда. Блять, ну ладно, poison shots поначалу может помочь. Хуйня здесь. Хотя я мог реролльнуть, но это было не настолько плохо, чтобы прям реролить. У нас там впереди босс какой-нибудь. Если будет орбиталка, я ее лучше реролльну там. Ой, блядь, не заметил. Ну, а сейчас на пояс, а не на всякой этой хуйне. Так, ключик бы. Тогда бы я и золотой сундук вскрыл. Проверим. Блять, ну как я ненавижу эту хуйню. Пиздец, чё. Вскрываешь, а там, блядь, ебаный автомат. И ты такой, блядь, разъебанный и расстроенный. Но это мы, естественно, не реролим. Плюс урончик. Это хорошо. Поехали. Бля, побыстрее. Пожалей муху, мы уже ее жалели. И получали с нее бонус. Так что больше жалеть муху мы не будем. Смерть мухам! Бля, звучало реально жестко, да? Вот речь вроде про мух, а звучит все равно как-то так неприятно прям, да? Так, пойдем в сокровищницу. Хуйня. Протект возьмем. Так, к боссу-то мы успеем, да? А этот, как его, Бля, здесь нужны бомбы. Раз, два. Три, четыре бомбы нужно, чтобы туда добраться, блядь. Четыре, блядь, бомбы. Так, ну... Тринкетка хорошая, но у нас работать она не будет в ближайшем будущем. Поэтому брать мы ее тоже не будем. Супер, блядь. Супер. Ну мы и бомжи.
Так, сначала нужно подзарядить перед тем, как мы пойдем туда. А мы ее, наверное... А, ну мы ее подзарядим. Если сейчас там комната не будет пустой, то мы подзаряжаем. Так, ну а здесь тогда войдем. О, это хорошо, ебать, блядь. Надо было раньше, да. А все, надо было раньше. Это ж сколько комнат мы проебали с теоретическими сундуками. Все, бежим быстрее. Бунт за доп аниме. Когда вы хотите дополнительный аниме день? В этот вторник, ребята, опять же, надо предупреждать было заранее. Так что да. Не-не, завтра не получится, нет. Через что мы будем играть? Не, давайте через Angel Room сыграем, реально. Через Angel Room. Сегодня? Ну все, вырубаю тогда, и, ребят, давайте. Давайте сейчас аниме будет день. Вырубаю Айзека, все, последняя катка, и аниме день начинаем. Посмотрим пятый сезон Атаки Титанов. Лайк, стример, да. Лайк. Кто дизлайкает, блядь, жопу свою дизлайкни. Дизлайк он мне, блядь, ставит. Так, проходим, девочки, не стесняемся. Реролим, девочки, не стесняемся. Усиленные картошки. Надеюсь, пригодится. Блять, а муха замороженная дефает их. Ой, блядь, прям. Ну все, минус девочка, блядь, пиздец. Уж прям заспавнился нахуй. Ну вы видели, что было. Говна кусок, блин. Херня. Вот вроде бы есть D6, а мы его никак не разыграли вообще. Хуёво. Давай, ладно, давай, закинь сюда.
Да ёбаный рот. Так, мы это возьмем, если... А здесь не будет, наверное, комнаты этой, да? А, ну уже не будет, да. Ну это, ну, ну и пиздец, чем могу сказать. Ой, так, здесь, наверное, секреточка. Наверху она, значит. Так, ну мы сделаем сейчас по-другому. Мы откроем магазин. Нам нужно Yummy Heart реролить. Плохая катка, кстати говоря. Ну, бля, здесь ничего нет. Блять, ну здесь двойные ключи. Да. Пасос. Так, как бы, раз на раз, как говорится. Ну, нормально. Могло быть и хуже, по крайней мере. Не жалко, что рерол в откате. Жалко, что была проебана мною это, Angel Room. Вот сейчас нам нужно к боссу, прям как мы его найдем, пойти. Сразу же. Блять, главное Soul Heart не проебать. Но это реролим. Блять, не проебывай, пожалуйста, Soul Heart, я тебя прошу, чувак. Это я сам с собой общаюсь, ребята. Совсем уже ебанулся. Да-да, шиза. Шиза. Пойдем обратно. Да. Больше рерулить не будем. Споры нормально. Плюс ДПСик. Блять, да ёбаный ты, сукин, блять, рот. Криворукое уёбище я. Ну за шо, ёпта? А там наверняка Sacred Heart был. Вот, блять, бля, буду просто. Это закон подлости, блять. Вы не можете пройти. И там наверняка что-то было жесткое. Айзек долго балет? Не понял. Будет, может быть, ты имеешь в виду? Не ебу. Если этот вопрос был в том, будет. Сколько он будет, типа. Забей. Просто забей, блять. Но я и не надеялся. Пи-пи-пу. Окей. Контейнер я заберу. Ну, получается, у нас рерол. А, нет, ну мы идем на сатану и на этот. Окей, да. Не рерол.
Так, ребята, если мы сейчас не босс раш и хаш не пойдем, то следующая ставка будет, успею ли я на босс раш. Ну, помните, как она уже была такая? Она такая была уже ставочка как-то. Гема. Кстати, еще не был сокровищницы. Потрясающе, блядь. Это потрясающе! Сколько у меня комнат? Ну, блядь, это... Ой. Ёбаный твой рот, а? Нам нужны файт-румы. Отличненько. Здесь окей. Как надо. Потому что нам надо перезарядиться. Так, еще одна. Замечательно. Сразу же идем реролиться. И, наверное, пройдем тогда в эту комнату за еще одним предметом. Сейчас я спущу себе хп. Надеюсь, я там не сдохну, правда. Отлично! Отлично. Это хорошо, это хорошо, это хорошо, да. Коцаемся. Залибубасим. Хорош, да. Выжили, выжили, да. Потрясающе. 15-16 минут, ну да, мы не успеваем, конечно, ни на какие босс-раши. Хаш максимум. Максимум это хаш теперь у нас. А еще главное не сдохнуть об шипы. То я без хп же бегу. А сейчас в красных файт-румах всегда предмет дают? Да, но заход усложнили. Но это и круто на самом деле. За Магдалену вообще кайф разыгрывать ее. Прям супер. Ты заходишь просто с одним сердцем, прожимаешь там яме и пиздишься за предмет. Прям. Прям заебись. Пойдем в магазин, раз деньги появились. Ну и нахуя мне это говно? Ты объясни мне, объясни! Вот это возьмем только. Чтобы реролить можно было вдоволь. Го. Чтобы нарероллиться, так сказать, по полной программе. Капитально так. Да, 17 минут. Не, я, конечно, могу, блядь, если прям жестко газу дам, успеть, но я даже не хочу успевать. Нам в любом случае делать еще один ран. А, как минимум для новых... А, ну для новых локаций нам не нужно. Так, а, нам Void еще нужно разъебать. Ну, окей. Сделаем там специальный ран ради босса Раша, например. А, босс Раши и этот, как его, господи, тогда. И на...
А, финальный босс мы закрыли. Блять, нахуй знает. Да-да, отдельный ран на босс-раш будет. Чё еще делать? О, отлично, быстренько нашлись сокровищницу. О, блять, конечно, берем. Infestation, лол. Infestation, блять, не возьмет только идиот. Это вообще пиздец. Так, бежим. Так, вот быстренько сюда. Хоп-хоп-хоп. Сюда-сюда. Здесь, конечно, великий соблазн все взорвать. И, наверное, мы это сделаем. Так, но после того, как зачистим. Да, чтобы можно было выйти. Бля, неужели ни хрена? Лол, только одна карта Дэвила. Спасибо, что покакал, Харвей. За 99, благодарю. Идем сразу пиздить босса. Ой. Сейчас, по крайней мере, будет сделка. С этим. Господи, блять. С ангелом. Это супер. Не буду реролить. Возьму. All stats up не помешает. Так, где мы еще не были? Так, комната боли еще не были. В pain room. Так, а где еще не были? В магазине. Магазин, магазин. Ну да, магазин нам нужен. Ну еще надо посмотреть, что тут есть. Так, это хуйня. Ебаная. Так, ну здесь что? Вот это возьмем. Да и рерол здесь, кстати говоря. Давайте вот так сделаем. Нихуя, да? Нихуя, да? Блять. Минус все хп. Скринь. Умер. Да не-не-не, это, конечно, не F. Супер pain room просто. Говно. Так, здесь... Ага, здесь пусто. Здесь взрываем. Забираем двушечку. Взрываем тут. Давай. Ой. Нормально пёзнулся яйками я. Отлично вообще. Просто замечательно. В скобочках нет. Блядь, а чё с сундуками? У нас что? А, у нас хвост. Точно, я забыл. Я думаю, блядь, что с сундуками? Давай.
Бля, что-то жадный очень. Блять, бро, это ненормально. Так, что-то я начинаю беспокоиться потихонечку. Блять, чувак. Ненормально, отвечаю. Блядь, чувак, ненормально говорю вообще. Ну ты, конечно, мразь. Стример Лудик, блядь, не-не-не. Я не Лудик, блядь. Нет, ребят, я держу себя под контролем. Просто чуть-чуть иногда люблю поиграть в автоматы. И все в остальном нормально. Я совсем не Лудик, нет. Блядь, блайнд, просто заебись. Ой. Так. Отлично. Блять, War Spills. Так, контейнер пока оставляем тут. О, давай. Ключей у нас много, можно попробовать. Это все? Чё-то как-то, братан, хуевато ты кидаешь мне за такое количество ключей. Блять, вот это, сука, говно. Блять, мне бы теперь ключ найти, чтобы сокровищницу пройти. Хо-хо-хо. Да, ключей-то нет. Ключей-то, блядь, нет вообще. Ну и что делать теперь?
Так, два ключа наныли. Хорош. Не самый плохой предмет. Не-не, мы уже на хаш тоже не пойдем. У тебя там два белых сердца? Где два? Я вижу только один. Я вижу только один. А, их два в одной комнате, что ли? Чат, вы уверены или ваши за? Пойдем вскроем еще один этот. Ну и что, берем? Понятно. Эйрола, конечно, нет, да? Да блядь! Я что не так? Не повезло, блядь, да. Так, ну что, давайте взорвем его. Ага! Да. Это схуяли! Это она теперь так работает, блядь? Блядь... Типа теперь у нее есть шанс, что она тебя нахуй пошлет? Это, кстати, интересно. А, у меня плохой, блядь, сука. Ну и дерьмо. Читай пасту. Ем глазурь с кулича, у меня в душе печаль. Что ни делай, ни твори, не вернешь ты игродни. Хоть и стример все решил, я не верю, как дебил. Что за глупость, разврат?
оставить без кубов наш чат. Такое, как. Можно и лучше как-то. Нет, что ли, понимаете, души какой-то. Короче, не чувствую драйва в этой пасте. Автор явно уже исписался и не может нормальные пасты выдавать. Стихоплетные. Раньше было лучше, а мы, кстати говоря, проебем сейчас, держу в курсе. Блять, ебаный Антон, сука, доебался до меня. Отъебись, не хочу я с тобой общаться. Че тебе, блять, непонятно? Нет, я не скажу тебе, на какой улице живу, кнопка. Бля, мне кажется, чувак тебя преследует. Я его позвонил в полицию и нажаловался на Антона. Чё, всё, чат, проебал я. Если я сейчас не высру хп где-нибудь, блядь. Колесница, но... Пол хп нас не спасет. Ничего не видно. Удивительно, один из самых легких ранов мы проебали.